Детям необходимо знать историю своей страны, тех, кто отдал жизнь за мир и свободу, кто воевал и остался жив. Свидетели и участники сражений стали почетными гостями праздника. Это Титаренко Анатолий Данилович, Титаренко Виталий Данилович, Поварова Софья Сергеевна и Булатова Галина Брониславовна. Они рассказали детям о войне, о том, в каких войсках воевали. А ребята приготовили для них праздничный концерт, музыкальные открытки для ветеранов. Боевую подготовку показали маленькие защитники Отечества. Девчонки поздравили приглашенных на праздник ветеранов, а преподавательский коллектив исполнил песни военных лет, те самые, которые пели нынешние ветераны в окопах во время отдыха между боем. А дети показали подготовленные специально к празднику Победы творческие номера и по старинной традиции почтили память не вернувшихся домой с войны минутой молчания. Завершился праздник торжественным маршем с использованием русского народного музыкального инструмента. Вадим Родин, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа регион.